Здравствуйте, с вами компания Мегаспорт, и сегодня мы вам расскажем о технологичной модели для бега Nike Air Zoom Fly 2. Легкая и удобная модель кроссовок предназначена для интенсивных пробежек и буквально забита технологиями, предназначенных для повышения результативности ваших тренировок. Верх обуви изготовлен из нейлоновой многослойной сетки и облегченных синтетических вставок. Такая комбинация материалов дарит кроссовкам легкость и более длительный срок службы. Бесшовное соединение верха обуви обеспечивает комфорт и предотвращает натирание стопы во время пробежек. Функциональные накладки по бокам обуви соединены со шнуровкой и обеспечивают поддержку стопы и адаптивную посадку. Воротник обуви изготовлен из вспененного упругого материала, что существенно улучшает посадку модели и повышает комфорт в носке. Съемная стелька анатомической формы выполнена по технологии Fit Sole – спиненный материал, запоминающий форму стопы для индивидуальной посадки обуви. Промежуточная подошва кроссовок полностью защищает ноги спортсмена от негативного влияния ударных нагрузок. Подошва изготовлена из комбинаций амортизирующих материалов различной плотности – фейлон и кашлин – для улучшения ударопоглощения. Носочная часть промежуточной подошвы оснащена самой тонкой газовой камерой серии Nike Air Zoom. Это гибкая низкопрофильная система амортизации, которая позволяет эффективно поглощать нагрузки и не мешает мягкому перекату стопы. Система динамичной поддержки Dynamic Support в пяточной зоне кроссовка состоит из комбинаций материалов различной плотности, что позволяет более жесткому материалу поддерживать стопу, а мягкому эффективно амортизировать. Подметка модели с вафельным рисунком обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Канавки гибкости способствуют естественному мягкому перекату стопы во время бега. Накладки из износоустойчивой резины BRS 1000 в пяточной зоне защищают подошву от истирания, что существенно продлит срок службы кроссовок. Модель беговых кроссовок Nike Air Zoom Fly совместила в себе лучшие разработки Nike для того, чтобы ваши тренировки стали более приятными и результативными. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, следите за нашими новостями в соцсетях и на сайте, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Пока!